здесь завод производил комплектующие для БТРов, которые используются в настоящее время вооруженными силами Украины. Документы были обнаружены в контракте на поставку этих приборов, в том числе системы наведения оптические для ракет. Также здесь производились. Вывоз фактически не осуществлялся ничего. Введение, так скажем, документации о выезде сотрудников за пределы Украины. Болгария, Индия. Ну, если мы с конца будем смотреть. Таиланд, понятно. Болгария, Польша, Арабская Республика, Италия, Греция. Болгария, Польша. Ну, в принципе, элемент вооружения, который мы находим по территории Украины,